Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Мы опять на даче, в беседке, на летней кухне. И сегодня я хочу показать вот такая вот прикормочка, которую я использую. Это Дунаев Фидер и Дунаев Универсальная. Вот такие вот прикормочки для спортивной любительской ловли рыбы. Она не дорогая сама по себе, бешеный клев. И при этом она очень эффективна. Я вот использую именно две и мешаю их. Я, конечно, мешаю их с кашей и с манкой, но можно, посмотрите, ее использовать саму по себе, посмотрите. Очень вкусно пахнет. Вот именно я вот две универсальная прикормка Дунаев, вот такая, и Дунаев Фидер. Зимние прикормки я тоже использую Дунаев. Вот она классная, бюджетная, сама по себе она готова уже для того, чтобы ее использовать. То есть сейчас мы ее перемешаем и можно набивать в наш фидер, в наши кормушки. Сейчас я вам покажу. Вот, посмотрите, сама по себе уже она мне вот нравится, как вот такой вот пластилин. Чтобы я люблю, чтобы она не выбивалась из кормушки, прикормка, хорошо сидела. Чтобы мы не забросили, она вся выбилась, потом подтянули, уже ничего не было. И посмотрите, ее использовать можно саму по себе, посмотрите, вот такой вот пластилин, он отлично забивается. Я именно использую для кормушек, для донок. Для фидера можно не такую прям густую, можно добавить побольше водички. Вот такая вот прикормка. Сама по себе она, вы можете посмотреть в интернете, она бюджетная очень, очень ароматная и очень хорошо привлекает рыбу. То есть очень хорошо вот эта прикормка. Здесь вот как ее использовать. Сама по себе прикормка готова. Развели с водой и можно уже на рыбалке прям развести с водой и забивать в кормушки. Но я непосредственно делаю это все. Я, конечно, варю, добавляю пшенку еще, добавляю манку. Но вот посмотрите, так ее тоже можно использовать. Посмотрите, просто вот такой вот получается пластилин. Очень классная сама по себе прикормка. Рыба очень хорошо на нее отзывается, и при этом она очень бюджетная. Подойдет для карпа, карася и для любой другой. Это вообще прикормка универсальная практически для любой рыбы. Вот две вот и пачки я делаю в одну. И получается, получаю неплохой достаточно результат. Итак, на сегодня все. Всем, кому понравилось, как всегда, подписываемся, ставим лайки. Всем пока.